Давайте начнем с обстановки в приграничных районах Российской Федерации, в Курской и Белгородской областях. В рамках операции, в рамках рейда российских добровольческих подразделений. Эта операция началась 12 марта, сегодня 16 утро. Что происходит в Белгородской и Курской областях? Да, действительно, второй день так называемых выборов в России. Мы по-прежнему пытаемся проголосовать, у нас это по-прежнему не получается. Почему-то вот избирательные участки, значит, на Курской и Белгородской области, в приграничных регионах, районах, так и не открылись. Но мы будем продолжать попытаться проголосовать. Вот инструменты для голосования, открепительное удостоверение, вот у меня за спиной стоит. Паспорта взяли, а вот пока что никак не удается. Ночью были организованы, значит, гуманитарные коридоры. Мы прекратили в одностороннем порядке огонь по российской армии для того, чтобы местные жители, значит, вот этих приграничных населенных пунктов могли покинуть. Ну, по нашим оценкам, порядка уже 10 тысяч человек воспользовались этой возможностью. И вот с утра уже после окончания вот этого ночи тишины, скажем так, возобновились обстрелы, возобновились артиллерийские удары, минометные обстрелы, которым, значит, путинская армия пытается, значит, соответственно, найти наши позиции. Им это не очень удается. Но, в общем, второй день голосования начался с утра тоже с огоньком. Алексей, вот вы упомянули как раз о местных жителях, которых вы призвали эвакуироваться. Они, собственно, и выезжали, мы видели вот эти видео. Как местные власти относились вот к этой эвакуации? Помогали ли, возможно, потому что, ну, понимают, что люди находятся там в опасности, очевидно, им нужно помочь. Другое дело, что нужно было сделать это, наверное, еще раньше, поскольку военные действия, в принципе, приближенные к территории Украины, они так или иначе сопровождаются какими-то прилетами и так далее. Ну, очевидно, власти этого раньше не осознавали. А сейчас как? Ну, смотрите, вот серая зона, которая распространяется вдоль границы, значит, от Теткина в Курской области и далее на юг и восток до Грайворона и Шемякина Белгородской области. Вот эта вся приграничная полоса, там никакой, конечно, власти сейчас нет. Значит, руководители там всяких сельсоветов российских и участковые полицейские, они первые сели, значит, на автомобили и уехали в закат. Поэтому это такая сейчас полоса безвластия. Собственно, участки не открылись, повторюсь, поэтому вот ищем, где можно проголосовать. А что касается вот региональных властей, там губернатора Белгородской области, Курской области, то мы к ним обращались, конечно, напрямую, чтобы они организовали эвакуацию из приграничных, значит, районов и из, собственно, Белгорода и Курска. Никакой реакции на это нет. Единственное, что они там призывают периодически людей спускаться в подвалы. Это, в принципе, тоже правильное направление, но вообще говоря, то, что происходит в Белгороде, а по Белгороду мы видим, идут массированные атаки по военным объектам, соответственно, лучше бы люди эвакуировались. А вот такой организованной властями эвакуации нет. Более того, отменены, значит, межгородские рейсы автобусов, затруднено выезд на личном транспорте. То есть, ну, региональные власти, скажем так, делают вид, что они проявляют заботу о своих, значит, согражданах, но по факту они даже препятствуют эвакуации, если бы люди хотели сами эвакуировать. Вот, и тут главный вопрос, собственно, и в этом, чтобы не просто содействовали, а не препятствовали и не прикрывались людьми как живым щитом. А мы знаем, что, в частности, в российской армии это очень популярный метод ведения войны. Более того, вот по нашим данным разведки, за ночь в том же самом Теткинском районе, ну и, собственно, и в Белгородской области мы наблюдаем аналогичную тенденцию, значит, российская армия, она взламывает дома, собственно, уехавших мирных жителей, пытается там, ну, размещает там свои временные, что называется, базы, то есть мы видим, что они сейчас максимально пытаются скрыться за спинами оставшихся и не уехавших еще местных жителей. Это, конечно, затрудняет нашу работу, но, тем не менее, мы очень внимательно, наша разведка следит за их действиями. Мы прекрасно понимаем,
их тактику действительно прикрываться мирными жителями как живым щитом. Но это не помешает нам нанести, значит, удары по, собственно, военным объектам в те моменты, когда они будут удобно достижимы для наших, прежде всего, ударных беспилотников и минометчиков. А вот вы ранее, как представитель Легиона Свободы России, заявляли в интервью, что вот стратегическая главная задача – это вот поход на Москву. Как вам видится вот эта цель? Как это, при каких обстоятельствах это может действительно произойти? И ну, какие действия там уже, если вот действительно удастся дойти? Ну, естественно, это задача не сегодняшнего дня. Я надеюсь, что может быть завтрашнего или послезавтрашнего. Но это цель максимум, программа максимум. Понятное дело, что скинуть путинский режим нельзя, находясь в населенном пункте Теткино и даже в Грайвороне. Естественно, рано или поздно вот эта война партизанская, революция, она перекинется и вглубь страны, и дойдет до самых, так сказать, центров и узловых пунктов управления страной, то есть Москва и так далее. Но этот вопрос не сегодня на повестке дня. Мы движемся в этом направлении, мы растем количественно, качественно, и рано или поздно, конечно, будет расширена, значит, площадь вот этого восстания и в глубину страны, но пока что мы работаем вот шаг за шагом. Сегодня мы находимся на этапе, вот так сказать, предвыборного голосования, уже выборного голосования, ну а дальше будет больше. Мы не собираемся прекращать свою деятельность на территории пока что подконтрольной путинской власти. В результате этого рейда, этой спецоперации российских добровольческих подразделений, есть ли потери в российской армии и есть ли потери среди российских добровольцев, потому что российская Минобороны и ФСБ там называют разные цифры, но эти цифры измеряются сотнями погибших диверсантов, как они это называют. Ну да, российская пропаганда уже несколько раз уничтожила Легион Свободы России, русский добровольческий корпус, хотя он РДК, наоборот, показывает, что они пленных берут. То есть, ну, короче, верить российской пропаганде, как обычно, нельзя. По нашим данным, значит, со стороны ВСРФ, как минимум несколько десятков погибших, такое же количество примерно санитарных потерь, то есть раненых. Показательно, что мы уничтожили, вот как раз на видео у вас идет, несколько единиц бронетехники. Я думаю, точное количество мы назовем ближе к концу, значит, этой нашей специальной освободительной операции. Что касается, значит, какой ущерб понесли мы, ну, на данный момент такой информации нет. Ну, надо понимать, что это война, и, конечно, всякое может случиться, но, повторюсь, всю информацию по количеству, значит, мы подведем позднее. Вот среди целей этого рейда, вот вы уже назвали сорвать вот, собственно, эти выборы, ну, как проголосовать вы это называете, да, вот, понятно, что участки не открылись. Вот еще один из моментов – это оттянуть ресурс вооруженных сил Украины с фронтов как раз на территории, Российской Федерации сил, да, с территории Украины, чтобы оттянуть и таким образом, ну, возможно, ослабить то давление, которое происходит сейчас на фронте, и также вот подать определенный сигнал российским оппозиционерам, то есть вот тем, кто против Путина, те, кто активисты против власти, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. Есть ли сигнал уже такой, определенный фидбэк? Есть ли какие-то определенные признаки того, что какие-то из этих целей удалось там, возможно, частично, но выполнить? Ну, естественно, есть переброс резервов российской армии. Они вынуждены скапливать дополнительные, значит, контингенты из Белгородской, из Курской области, из Брянской. Теперь они понимают, что она тоже может оказаться рано или поздно под ударом. Кроме того, вот из перечисленных целей еще есть же очень важная задача обратить внимание международного сообщества на нелегитимность выборов, на то, что Путин никакой не президент. И вот мы уже видим первые заявления европейских лидеров, вот Шарль Мишель, насколько я, значит, с утра читал, уже поздравил Путина с безоговорочной победой. Да, еще нет вчера. Оппозиции, нет выборов, ну вот, видите, то есть, собственно, вот это тот тренд, который мы, собственно, и приветствуем, мы хотим призывать к этому действию всех евробюрократов, лидеров европейских стран, Америки.
и так далее. Путин никакой не президент. Путин узурпатор власти, военный преступник. И приятно, что значит, эти тезисы начинают звучать из самых высоких властных кабинетов по всему миру. Ну, собственно, наш голос в этом ряду тоже. Мы, собственно, саму нашу вот эту акцию приурочили именно к этому. И хорошо, что такой импульс такого огненного голосования и огненных оценок этих выборов, они уже на второй день звучат достаточно громко. Вот в этой вашей акции, как вы только что назвали, помогали ли вам, возможно, жители Курской и Белгородской областей? Возможно, они присоединялись уже в процессе, возможно, удавалось, не знаю, пообщаться в процессе всей этой операции с людьми, которые выражали вам поддержку, и, возможно, эти люди, которые там проживают, помогали вам, собственно, организовать всю эту спецоперацию, этот рейд? Да, мы постоянно обращаемся к жителям и Курской, и Белгородской, и Брянской, и вообще жителям приграничных областей, и не только, с тем, чтобы они выходили на связь с Легионом Свободы России через наш телеграм-канал, там чат-бот есть соответствующий. Нам очень важно получать оперативную информацию, которую можно получить только находясь на территории России, там где расположены военные базы временные, где... значит, находятся какие-то пусковые площадки, где прячутся танки и так далее. И мы такую информацию действительно получаем. Вот эта атака по военным объектам в Белгороде, она идет в том числе с помощью наших глаз и ушей, которые находятся на территории, собственно, противника непосредственно в Белгороде. Поэтому наше взаимодействие с жителями, которые находятся внутри России, именно через вот такие информационные каналы. Поэтому мы всегда призываем граждан России, жителей России связываться с нами. И мы найдем способы, как вы можете нам помочь для нашей общей борьбы против путинского режима. Да, но вот такой рейд на территорию России, он уже не первый, по сути, вот и РДК, и Легион Свободы России ваш, собственно, совершали ранее такие рейды, они были, возможно, не такие массовые, не такие продолжительные, как этот, но, тем не менее, они были. Вот сделали определенные выводы местная власть, вот после них как-то усилили они охрану и так далее, то есть заметили ли вы, что ну, что-то поменялось, в отличие от тех рейдов на границе России? Да, действительно, это самый массовый рейд с начала большой войны. Российских добровольцев на территорию Российской Федерации участвуют целых три подразделения. Сибирский батальон, Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус. Что касается реакции местных властей, ну вот в Белгороде, куда мы уже неоднократно ходили, в Белгородскую область, там действительно они некоторые выводы пытались сделать, нарыли дополнительные окопы, установили, значит, там вот эти зубы дракона, натыкали их, где попало, как правило. Вот, то есть они действительно там готовились, и дополнительные резервы там были российской армии сконцентрированы. Курская область в этом отношении, она впервые, так сказать, встречает гостей, и для них это было максимально неожиданно. Нельзя сказать, что не было никаких тут защитных сооружений, они есть, но в целом даже свидетельство того, что на границе в значительном количестве в Курской области были сконцентрированы срочники, это показатель того, что как бы не очень-то российская сторона ожидала какого-то прорыва здесь. По нашим данным, вот больница в Глушково, это райцентр на северо-восток от Теткина, она переполнена сейчас и местными жителями, которые попали под артиллерийские удары российской армии, неизбирательный огонь российской армии, и срочниками, которые получили ранения в ходе вот этих боестолкновений с нашими подразделениями. Соответственно, ситуация в областях достаточно разная. Белгородская область чуть более лучше подготовлена, Курская плохо подготовлена оказалась. Ну, Брянская в этот раз осталась как-то в стороне, но я думаю, ненадолго. Алексей, последний вопрос. Есть ли у вас временные рамки ваших рейдов, этой акции, как вы говорите? Завтра основной день голосования, так называемого, на путинских выборов. Будет ли эта акция продолжена и после, эти рейды?
Ну вот, да, действительно, завтра основной день так называемых выборов. Может быть, все-таки завтра удастся проголосовать. Хотя еще сегодня только утро, может быть, и сегодня. Посмотрим. На самом деле есть разные планы. Главное, что мы заявили свою политическую позицию, ее услышали внутри России, в Европе. Собственно, это хорошо. Сколько продлится, посмотрим. Военное командование решит. Есть разные планы действий. Пока что мы делаем все, идем строго в соответствии со своим графиком, со своими планами. Спасибо вам. Желаем вам успеха в вашей вот акции, в вашем рейде. Алексей Барановский, доброволец Легиона Свободы России, был с нами. Мы обсуждали ситуацию, которая происходит сейчас на территории России, в Курской и Белгородской областях, где российские добровольцы, ну вот, как сказал Алексей, пытаются проголосовать, но вот пока не получается, потому что участки там в этом регионе просто не открылись. Спасибо.